Давай станцуем. Давай. Да, я спою вам. Нет, а я та 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 Ты уже тут. Я не могу продолжить нажать. Не могу входить в игру, там продолжить Ах, нажать. Ты ж господи, а? Какая цаца, блин. И Шурик даже, скорее всего, не может. Почему? Шурик уже здесь. А-а-а, создайте новую игру и пригласите в него друзей, в которых... Карно. Стой, вернись, у тебя прикольный перс, я этот... Как он называется? Че, тебя пригласить, что ли? Я вообще не могу теперь, у меня какие-то баги пошли. Подожди, я вообще в игре? Алло, играю. Да, может, дело было не в бобине. Попроситься в группу, во. Отправлено. Пришло? А, там, ты вошел, ты вошел в игровой мир. Да. Еще раз вошел в игровой мир. Ты хорош дрючить свой компьютер, блин. Вошел, вышел, вошел, вышел. Что у тебя там происходит? Это называется фрикции. Я призываю. Что-то мы еще тебя в главном меню ждем, мы тебя что-то тут не видать. Да я говорю, надел приспустить, мне обход как у тебя. Я гружу меня как бы этот, прям когда проходил нефримский портал, у меня просто фризы такие были жуткие. Новая заявка. Мне срочно нужен дар Рамаладни. Блин. Зарипова Юля. Соглашайся. Не знаю зачем. Ну я ее знаю. Нет, зачем? Я не знаю, ты кто. А, нет, я ее знаю. Ё-моё, не знаю. Так, а почему я не вижу тебя? Почему я вас не вижу? Потому что мы крысы. И дай пать. Ты заколебешь. Иди сюда. Спасибо. О, блин! Ты из Варкрафта? Капец, он из Варкрафта этого демона, лорда, блин, стырил, зараза. Он давно уже стырил. Да, давно уже с ним бегаю. Кстати, имейте в виду, запись уже давно-давно включена. А где приветствие? Зачем? Зачем так палиться? Вы так хорошо разговаривали, херню всякую несли. Хай, с вами Кузьмич. Да-да-да. Так, короче, всем трем доброго времени суток, это канал Лазь Дмитрий Ленивый. Я, если тебя сюда занесло, то ты молодец, а я счастлив, и мы все тоже несчастливы тебя видеть. Как-то так. Ну, допустим. Да. Ну, ладно. Допустим, хва, да? Так, народ, мне как бы сундучки очень нужны. Пошли выполнять квесты. Погнали сундучки делать. Говно вопрос. Сейчас я только разберусь. Так. Мне тоже не помешают. Я пошел очищать опасную пещеру. А я с кем-нибудь пойду, ладно? А я пошел на поле вечного боя. А, стоп, я... стоп, нет, вру. А я монах. Чего стоп? Надо камень поменять. А, развлекайся, мне уже в лом. Не, у меня деньги, мы с нехил, так я до 650 лямов просадился. О. Да. Так, у меня пока все еще 3 лярда, 3200. Так что мне надо. У меня вот 40 камней великого портала валяется. Это вот не очень хорошо. Нет, я не знаю, но вместо того, чтобы спать, задротит, блин. Чё не валяется? Я что-то зайду, вас нет. Пройду, один нефалемский. Звонить прям вот никак. Надоело, вышел. Это так. Ай. Ой, там повернулся откуда? Ниоткуда. Тати-рам-там-тати-ра-тати-ау. Ты что-то в меня стреляешь, сволочь. Да. Прикинь, Шурик, сегодня хотел в эту позаписывать фигню. Как ее называют? Кого? Стражи Эмбера. Так там, блин, какой-то патч выпустили, который что-то там починить хотел. А в итоге сломали все данжи, а у меня данж по этому, по заданию идет, по сюжетному, блин. Так, руины корпус. Рад за вас. Древние мне улыбнулись.
Ты достал тут гадить, не жопу сурочку, успокойся уже. Жесть, у меня мой бобик не успевает собирать золото, блин, зараза такая. Плохо. А тебе нужно кольцо алчности. А там чем, я уже забыл. Увеличивается, за каждый путь ту голду увеличивается радиус подъема голды, сферы и так далее. Ага. Я именно этим пользуюсь, когда фармлю. У меня оно... А ну, слушай, а может оно у меня и есть? Можно глянуть. Ну, возможно. Прикол в том, что оно падает только с сундука. Возможно, оно у меня есть. А может и нет. Ой, сколько тут мелочевки, собирай не хочу. Радуйся. Радуюсь. Но мне вообще-то надо немного дальше. Вот теперь нормально. Вот теперь можно радоваться. Карл, я нашел портал, давай прыгай внутрь. Где внутри? Трогай сундук. Руками трогай. Да-да-да. Это не так работает. Слушай, в следующий раз, когда пойдем в эту гоблинскую пещеру, надо его вперед пустить. Может, он тогда не такой злой проснется. Вариант. Так. Крепость. Я через город. 40 градусов. Меняю, чтобы мотыль быстрее убить. В смысле, там мотыль, что ли, убить? Да. О, а я, меня, подождите. А тебе зачем? Ну, я тоже хочу мотыль. Зачем все мотыль? Да мне нафиг. Тебе прикрепился. А, да? Ну подождите тогда, сейчас я допройду. Давай. Да мы пока все равно бежим. В следующий раз, Кузьмич, скорее это. Не когда пойдем убивать алчность, а когда пойдем в поход, нужно быть аккуратнее с Кхарном. Когда в поход идет отряд, когда в поход идет отряд. Нужно еще время. Какой кошмар. Не, вы что там, добежали, нет? Да, а ты уже готов? Да, жду только вашего приглашения. Можешь ко мне топорить, пока я бегу. Да, я зачем? А ему придет раз за того, по другому территории придет? Должно быть, тебе пришло? А я уже к себе топорюсь. Пришло. А тебе пришло? Да, пришло как раз в процессе. Лежать. Так, чёрт вы деретесь? Иди сюда, жопа. Уязвимость срубил, да? Читер херов. Не. Сдохни. Он не уязвим. Найти ему пазу поменять. Затопчу нахрен, блин. В конце концов, ты сейчас будешь орать и визжать, как сучка. О, есть. О, достижение несмертельная жатва. Сейчас еще с него много чего выпадет. Да, кончил он по полной программе. По-моему, просто долго не стал. Обкончал весь пол. Да. Он... О, Кузьмич, тебе понравится. Че, дар малай? Знаешь, что мне выпало? Нет. Сейчас, дам. Дай секундочку. Кузьмич, а карте даст. Король бердыш. Господи, да у меня этих бердышей уже. Я это на... древний. Я на Седой остров пошел, и древний тоже есть. А давай. Я тебе его не верну. Ну ладно. Спасибо. Ну не плачь, не плачь. Так, а я обратно переодеться. Ой. Тебе... Не хватает экипировки или самоцвета. Чего не хватает? Так. А, ну да. Че именно? А я забыл то, что я сегодня выбил. Зуба. Перчатки древние. Ты не пересохранил. А это как это? Что не пересохранил? Костюм? Билд. А. В этом. В столбике, в шкафчике. Ясно. Я, кстати, пытался этим шкафчиком пользоваться, в итоге плюнул на это дело. Все время забывал, блин, там что-то переделывать. Полный реактив. Так, где? Ну, там и так. Я чувствую вас.
втроем быстрее получается, когда мы так вот рассасываемся по территории. Так, чё началось? Нормально же общались. А чё был? Да меня тут убить пытаются. Кто? Я в толпе народа появился. А ты ко мне что ли топнулся? Нет, к Харну. Ага. Просто если бы ко мне, я бы понял, потому что у меня тут вообще весело. Ну я почистил, но у меня 54 убийства сделано. Ты почистил? Ну, я 54 убийства сделал. Ага. Принял участие. Да. В смысле принял участие? Не-не, это клёво. Пусть тебя ждём. Где этот сундук-то, ёлки-пал? Около нас. А, всё, нашёл. 100 противников. Жжём, Кузьмич, давай. Давайте больше, нужно прям много. Нужно сколько там, 300? 350. Не жжём, а замораживаем. Ну, я жгу. Я жгу. А я морозю. Морозильник. Заморозь мне пельмени, я, пожалуйста. Да. Нужно время. Чё, мобов мало? Ну, такие мобы. Пипец, а где все? Вот у меня тот же вопрос, а где все-то, блин? Да ладно, успеваем же. Успеть-то мы уже успели, хотелось больше. Ну. Не дадут. Мои удары лишили вас силы. 139. Ну сколько вылезло? 49 убитый, 139 за сундук. Угу. Как это? Мало. Сколько вылезло, столько его угробили. Ну, вот мало вылезло. Чё, пошли? Йо, домой. Сдаемся. Go home, brothers. Янки. Янки, точно. Благо здесь. Я вот думаю, на этом персонажа открывать или все-таки. Я пока уберу куда-нибудь. Кстати, поскладирую. Поскладируй. О, знакомый коллег. А, нет. Пояс из ушей нахрен. Урборос нахрен. Коровий бердыш. Пердыш. Пердыш? Коровий пердыш? Коровий пердыш. А, кольцо, что за так, кольцо? Так, четвертый акт. Погоди еще. Можешь пока начать? Да я пока начну, да. Угу. Вам все равно засчитают. Просто чтобы уж время не терять. Четвертый, говоришь? Ну да, мы начали с пятого, поэтому пошли обратно. Пойду-ка я в сторону первого. О, пойду и Золу морду набью. Давай, я с тобой не пойду. Фига себе ты. Я смолтейлем. Я вот такой вот дерзкий. Я вам смолтейлем помог. Ладно, ладно. А на кой я тебе? Козвал, ты сам оказываешь. Понятно. Я в тебе сомневаюсь. Сомневайся. Ладно, я в тебе сомневаюсь. Ну что это на, держи. Блин, да я сам мог прожать. Ладно. А что, мне не сложно? Хорошо. Тогда ты будешь прожимать, чтобы я не подходил поблизко. Ладно, у меня дистанция урон увеличивается. А, мне просто неуязвимость. Тум-тум-тум-тум. О, басяри. Поехали дальше. Осажденная башня. Уровень первый. Босики. Ля-ля-ля-ля. Блин, как же долго до этого козла идти? Тебя поднять, а сам? Отклоняем. Нужно время. Давай, вылазь, мой ангельская предательская. Вылазь. Визуал, блин. Mm.
Даже очень мне не хватает как урона. Как бы, я вроде убиваю. Ну да, ну, да, урон у тебя сейчас появился, я заметил. Визуал достал нас морозить. Он нас перемораживает, скотина. Помощь сады? Надо? Нет. Ты не сказал, что ты все. Нет, он сейчас умрет, его поможет. А, ну да, можно. Угу. Размечтались. Умри, Кузьмич. Сам умри, Кузьмич. Кузьмич не умрет. Кузьмич бессмертен, да? Да. Как Элвис. Как Элвис. Не... Или Ленин. Как Цой. Ленин. О, гоблин. Да, 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 да. Где гоблин? Какой? У вас? Обычный? Алчный. Обычный алчный. А-а-а. Неинтересный. Но он дал очень много ресурсов. Да не особо на самом деле. Меня серьезно ранили. Он не дал самое главное. Портал. Это да. Точно. Вот пидор. Точно. Вы достали из-под земли, выскакивай. Коты, блин. Идите вы нахрен. Ебо, у нас время только тратить. Но с другой стороны, чё бы и не потратить. Раз сами нарываются. Карл. Алтарь. Не заходи, алтарь. Пожимай. Да, сейчас. Пошли. Трогай сундук. А! Какой трогай? Бегай и святилище прожимай. Да, да, я понял. Древние мне улыбнулись. Убить не проблема, главное все прожить. Блин. Все, убиваем. А, все? Отлично. Кошмар. Нужно еще время. Меня серьезно ранили. Один сундук прожал, другой сундук прожимай. Сейчас. Ну что, миссии появились. На чё? Ты понимаешь, Рик, мы считал прогресс там болта, еще два забега появилось. Чего? Добавочный босс сейчас за счет повтори, да, как появился. Нахера? Ну что, я умер, я подняться не могу. Ладно, валяйся, я пока тебя понять не могу. Мне не до этого. Не до сук мне, знаешь ли. Давно Карн сухой стал. Чего он Карн? Ну ты говоришь, не до... я тебя поднять не могу, не до сук мне. Нормально так, да? Играешь так с человеком, он тебя вот так. Ах ты ж, блин. Какая досада. Вот взял и переначал. Ах ты ж! Да ладно, одного не успел угробить. Вот я тоже, ай! Ах ты ж. Лучше дыхание скрутить. Так, барахлянки собираем, барахлянки много. Еще два сундука. Блин, я реально одного не успел убить. 99. Обидно. Идем домой. Ужо. Ну да. Ужон. Мы все, все выполнили, мы молодцы. Дайте мне премию. Паука, на-на-на-на. И, конечно же, мокренькая кисонька, кисонька, кисонька. Тупенькая кисонька. Так. Куда ты побежал опять? Что за всякая хрень-то выпала, всякая хрень. Так. Так. Третий акт. Каменный форт и заодно этого убьем ключника. Какая тут предмет разберу так? Ну пойдем, я давай с вами пока. Тогда. Закурю. Закюри. Мария Кюри. Уже закюрил. Идем тут. Алукаирт. А, так это он был. Угу. Пошли заодно нашему старому знакомому. Даем по шапке.
Давай. Привет, Трахус. Это не тот. Мне лучше. Не тот старый знакомый. Это вот тот самый. Опа! Гоблин. За... Вот тут. А, барон Златник. Нужно время. Бесполезная хрень. Ну, тебе да. Тебе может и бесполезно, а мне золото нужно. На нефлетком больше поднимешь. Естественно, с камушком. Ну да. Я еще не готов. Куда это ковню бился? А хрен тут, вот сзади. Стоит, отмораживается. Он испарился. Нет. Теперь да. Так, я в руины... А, не, я пойду сюда и убью. Давай. Давно я её не убивал, что-то. Что ты так не любишь? Я её обожаю убивать. А, наоборот, бьёт, значит, любит? Да. Ну, бьёт, значит, любит выпить там. Ну да. Или просто любит насилие. Насилие все любят. Просто некоторым стыдно в этом признаться. Ты не путай насилие с сексуальной фантазией. Не, урона мне не хватает. Я очень долго бью. Вот видишь, Кхарм тоже любит насилие, но ему урона не хватает. Мне нет равных. Опа! Это как это? О, ты умер, прикольно. Не особо. Ну, не знаю, мне прикольно. Нужна ярость. Сам, почему пассивка не сработала? Вроде она не того. Не задействована. Ну ладно, бывает. Дерьмо, как говорится, случается. Там какой-то амулет выпал. Из обычной бочки. Там что? Вам не выстоять. А сдохните, полюшевые ублюдки. Мои раны затянулись. Да смысл, через стенку не смог перепрыгнуть. А ты... а кто-то там выпендривался, да я через все шел. Да нет. Ты я просто пытаюсь... Карн слишком плотный для этой стены. Да. Жирный ты, жирный. Не, я просто пытался вообще не открывая прохода, не открывая все, просто пошнуться. Он же не дает когда. А не открывая, не позволяет. Да. Нужно лечение. Ну зачем? Мой разум снова прояснился. Нужно еще время. По-моему, как-то пусто. Это пока. Ты это про что? Про нашу локацию. Что нам нужно зачистить. Там проверил, да? Там тупик? То вода и пусто. Отлично. Фу. Ты чё? Да мне тут чувак говорит, я за свою свободу могу отплатить только плотью и кровью. Я говорю, зашибись, блин, вампир-каннибал. Тоже мне нашел вампир-каннибала, блин. Чего вампир-каннибал? Плотью? Плотью? Смысле, натурой заплатит. А, то есть он меня еще и пидором назвал? Да. Угу. Нахрен. В ущелье сброшу. Зато хоть вещь он будет у тебя сосать. Кровь. Что, по-моему, ты тоже умер, да? Да, я умер. Я отвлекся. Тебя... Все-таки ловить 4 этих шарика суккуба это неприятно. Тебя настолько отвлекла мысль о том, что у Кузьмича кто-то будет сосать? Да. У меня богатое воображение. К сожалению или к счастью, не знаю даже. Да, мне кажется, что к сожалению в данном случае. Скорее всего, да. С этим человеком я в бане мылся.
И не только. Оставь свои фантазии пошли. Не-не-не, в смысле, это еще и в походы ходили вместе, по-моему, даже в одной палатке спали. Это да. Так что, Харн, чьи там фантазии? Еще вопрос. Влад. 7-10 у меня. Твои, шутят все? Твои. Угу. Убивай. Убивай всех. Цедейка, иди сюда. Я тебе сейчас все ножки оторву. Что ж ты так не любишь насекомых? Вы носите вон. А чё мне их любить? Они... Будешь продолжать в том же духе? Чего они? Они противные и невкусные. Я не склоняюсь перед такими, как Но у них много ножек. И ручек. Хи-хи-хи. Тут не уверен. Да, это у млекопитающих много обычно. Так, я здесь усё. Пошел в башню обреченных какую-то галошу убивать. Убейте галошу. Чем тебе обувь помешала? Я тоже не пойму, причем не указано левую, правую, что-то. Вообще какие-то не убивай все. Не расплывчатые какие-то указания, блин. Не, ну как, известно же, без четкого ТЗ результат ХЗ. Но... Убивай всех. Убивай всех, да, Господь Бог сам на небесах рассортирует. Угу. Блин, как я скучаю по своему мало наносящему урон, но при этом такому плотному паладину. Все? Нет, еще поговорить надо. А, ты поговорил, да? Все. А, идем сдаваться. Идем к кузнечу. Да, давайте ко мне. Я просто прям к нему слепортнусь. Угу. Да, по-моему тоже. Че, по-твоему? Не, ничего. Все хорошо, все хорошо. Мне нет правды. Все, сдаваться. Да. Я, кстати, сегодня на чердейке закрылась 85-й портал. Круто. В Саляму. А я на Варве 92-й не смог закрыть. А я монах. Не успел, точнее. В розовых штанах. Угу. Иеромонах. Эромонах, что? Да-да, эромонах. Я пошел в Древний Водосток. Ты ж так расстроился-то? Меч? А-а. Что-то тебе надо? Что именно? А я не могу его взять. А ну, как хочешь. Нет, если она серая. Ну, как хочешь. Да-да-да. Пойду-ка я Магду прибью. У меня где-то орёт гоблин. Гоблин с самоцветами. Опа, тихо стоять. Да беги, беги. Я его не убиваю, просто... Карл, сбивай ему вот этот. Не, дайте бьет. Я сейчас убью его. Он от меня очень много урона получает. Я здесь. Всё, убью. Собирай. Это все, вот это все, что с него выпало? Это все. Да. Это все. Ну, окей, пошел опять то убивать Магду. После бухла. После бухла. Я, кстати, книжку нашел, почитай. Пустыни. Я смотрю, тебе в своих приключениях очень скучно, да? Книжки читаешь? Да, короче. Бесконечные письки. Нет, Алгурский Айс. Да, бесконечные письки. Сам он. Я спасен. Помоги нам! Не оставляй! О, Алька, рюмка письки на стоп. Фу. Вот действительно фу. О, здрасте, это ключник. Да, знаю. У вас что ли? Блин. Да. Тебя ждать?
Да, да ему же считает, он вон недалеко, стрелка есть. Да насрать. Я тоже думаю, что должно быть. Насрать, блядь, чё я умер? Слишком мощно просрался. Нехер было стоять в луже. Я лужу не увидел. А он меня хилит этим. А меня нет. Пострадала только моя бодрость. Да, типа того. Пострадала твоя бодрость. О, давай возьми. Ладно. Нужно время. Спасибо. Тайтирати, та-та-та-тиратри-таки. Только. Отказывайтесь быстрее, а то меня прибьют тут сейчас. По крайней мере, искренне попытаются. Блин, я так хотел не отказывать. Так надо было соглашаться. Нет, подержать. Ты хотел, чтобы шмича убили? Ну, потому что попытались. Фу, такие обычные. Его же чисто пытаются. Все равно фу таким быть. Так, я пошел бить. Нет, я пошел ритуал вознесения возносить. Вознесу его куда-нибудь. Далеко? Не высоко? Знаю. Да как? Как это? Посмотрим, с какой, на какую высоту эта гордая птица полетит. Короче, мне надоело, я поскакал. Тыбыдык, 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 тык, тык. Да-да-да. Тук-тук, вашу шмашу. Пора проверить свои силы. Да, ты-то какой-то смелый, я смотрю. Сзади еще пак был тебе попал. Просто бык. Трогай. Нам это просто не обязательно делать. Я знаю. А вдруг чего появится? А плюс опять-таки это же голда. Точно. Голды много не бывает. Даже когда ее 3 миллиарда. Точно. Волкатас направляет меня. Всем здрасте, да, высовываемся, высовываемся из своих могил. Ой, какая няша тут из-под земли-то лезет. Прям залюбуешься этой скотиной. Черт, я его кажусь. Пошел. Древние механизмы отключать. Хорош бухать, Карл, во время эфира. Может, меня дети смотреть будут. Вот ты сказал, что я бухаю. А чё, ты чё, трезвый, что ли? Да. Ну ты деб... Да. Нормально, да, мы тут с серьезным чуваком играем, слышишь? Ужас. Вообще кошмар. Предлагаю... Импичмент. Да нет, просто при монтаже запикай его. Вообще полностью. Где еще один говнюк подземный? Что, говорит, сказал Кхарн во время игры? Пи-п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 и. Вообще игра не понравилась. Пи-п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 и-
Я еще одну книжку нашел. А, все, что ли, домой? А, нет. Ты нашел? Нет, можете ко мне. Он там книжки читает. Да, он вот, там хочет им казаться. Хочу. Почему казаться? Может, он хочет им быть. Что плохого в том, чтобы быть умным? Ну, горе от ума... что такое? Почему он отмечен? Ну, считались, нормально. Да, нормально. Где их ждет верная смерть. Чего ж сразу горит? Классик херни не напишет. Всяко бывает. Вот, знаешь, бывает живу. Так, читаешь, читаешь, вроде классика такую херь пишет. Ну, это да.
Ну и так что читаешь, а читать ты невозможно, но только тяжелый язык, что просто нереально это вынести. А это еще в школе проходит, между прочим. Ну как проходит? Проползают мимо, аккуратно. Проползают, да. Мимо проходит обычно. Это тоже мне выдумали, блин. Все, сдавайте. Изучать в школе всяких алкоголиков, наркоманов, блин, и... Хулиганов и тунеядцев. Да, хулиганов, дебоширов и блюдунов. Пора возвращаться. Пора развращаться, сказал мой варвар. Развращайся. Спасибо, что заглянул. Ну, я не против. Так, ну что-то деньги не особо как копятся. Надо мне как-то в одиночку будет побегать, прям так целенаправленно. По сундучкам и по всему этакому. Потому что иначе я так никогда нужного количества всего не накоплю. А сколько тебе нужно? Да до хрена, чем больше, тем лучше. У меня, например, рубины вообще кончились. А я бы как раз хотел бы всякие эти камни повставлять. Ворушки. А я вот этой херью пользуюсь. Сломанная корона. Корона. А. У меня есть специальный билд для фарма камней. Ну, мне ее одевать сейчас. Я свой сет тогда сниму. А, ну у тебя же так это там. Кольцо королевской роскоши в сети идет, да? Да, так что ладно. Билде. Так, что у нас там? Первый остался, да? Новый Тристрам. О, арана моя. А, отлично. А я пойду Ганеш убивать. Опять галушу? Да. Ой, паучков-то, елки-палки, чуть не убили, блин. Древние мне улыбнулись. Со всех сторон, как налетели, как налетели. Ну, так ты же их так любишь. Ну это да, у нас полная взаимность. Вот они тебя полюбили немножко. Они попытались. Попытались. Зря-то тронул, я бы тронул. А, тут, а ты здесь, что ли, елки-палки? Да. Я еще не готов. Ну прости, ты очень незаметно. Маленький такой, компактный. Не знаю, ничего не знаю, я тут танцую перед тобой. Ну, мало ли, какая-то... Ужас, мало ли, что он перед тобой танцует. Неправда, у меня передо мной только монитор моего компьютера. С Аднером, Монрахов, Феофан. Нет, у тебя Карн танцует перед тобой. Потрясай своими телесами. Я танцую, пьяный на столе. Ты что, пьяный? А вдруг тебя дети смотрят? Пусть учится. Значит, будет образовательный канал. Типа алкобардов. Ага. Давно его, кстати, не смотрел, чё? Кстати, да. Надо исправить. Он там, помнится, топ свой выпустил в своих, так сказать, алкогольных напитков. Топ-10. Я чё-то посмотрел на этот вот топчик. Блин, даже попробовать захотелось. Там вполне себе адекватные напитки в плане цены, я имею в виду. Ну, то есть никаких там запредельных вещей, типа там по 20 тысяч за бутылку. Блин, да где ж это? Королева-то, ядрить ее в корень. Зачем тебе королева? Убить. Мне нужна я. Королева занята. Королева умерла. Да здравствует королева. Ну, у меня проклятый сундук. Пора проверить свои. Круто. У тебя еще элитный пак. Да, круто. Нужно лечение. Сейчас взорвется. Угу. Спасибо, что предупредил. Давай сундук откроем, что. Ну, пак пришел. Да тут что только не пришло, знаешь ли. Да ладно вам, как пришел, так и уйдет. Да вы издеваетесь, что ли? Вы что-то натащили, блин, со всех сторон. Кто вы? Я не знаю, что взрывается-то все подряд. Я сам по себе бегаю. Я же тебе сказал, пак пришел. Так а сколько можно-то этого пака, блин, уже взрыв 5 было, наверное. Древние мне улыбнулись. Ты меня в ваши дела не впутывай. Я сам по себе. Соточку успели. Молодцы. Древние что-то благословили было. Меня. Что-то. Что был этот доп сундук, что его не было, блин.
Так, ну, королева Амарана. Королева Амарала. Кого Амарала королева? Иди сюда, хрень ползающая. Карл Клару склонил к Амаралу, Аналу Аралу и хочет склониться. Точно. Да и... А, у нас Римш убегает. Да. Сучка крашеная. Вылазь, морда. Э, куда? Может... Блин, даже она охренела, вышла и ушла тут же, блин. Ребят, я уже две локации прошел, чё как долго? А мы наслаждаемся. Вы сегодня как одну королеву убить не можете. Так она бегает от нас. Она появляется, убегает, появляется. Вот ты... А, ну правильно, у нее же столько ножек. Ну. Нет, серьезно, она во второй раз просто упала сверху и тут же убежала. Даже ничего делать не стала, блин. Скотинка. А где сундук? Есть. Все что ли? А, собор еще. Шурик, ты вообще за эту демоническую охотницу играешь или как там ее? Скоростного персонажа. А я варвар, ты видел какой здоровый, тяжелый, блин, здоровый мужик, блин, старый к тому же, у него отдышка, лишний вес. Да, я чувствую ваш страх. Худеть надо? Худеть, а, похудеешь тут. Пак-пак-пак-пак сверху, блин. Важно. Прикольно. Замерз в воздухе. Кто ушел? Или это я отключился, ребят? Похоже, что я. Убили таки, да? А, нет, я не... А кто отключился-то? Все тут. Странно. У меня звук был-то... Та-дам! Как будто кто-то вышел. Из чата. Нет. Странно. Глюки. А может, от меня ненадолго выкинул? Южная Скагория. Да, после Шурик поможет. У меня глюков не было. Возможно, от меня выкинул, значит, ненадолго. Потому что на некоторое время я говорил, спрашивал, а вы не отвечали даже, не реагировали никак. Так что, скорее всего, меня кидануло. Убить врагов 101. О, я пошел. О, гоблин! Просто прыжком его нашел! То есть не показалось, да? Мне послышалось, как будто гоблин повторял. Нет, так смешно, я такой, я пошел, прыжок, бам, с гоблин на голову приземляюсь, блин. Ну, Шурик, ну что ты ко мне приперся, блин? Я специально в другую сторону ушел. Я ушел. Не мешаться друг дружке. Чтоб голду фармить. Да. Ну это так, дополнительная приятность. А где все-то, ёлки-палки? Меня. Похоже на то. Пошли сдаваться. Пошли. 5 штуков есть. А сколько тебе надо? Штук 20. Закрываю? Да. По-хорошему реально штук 20. Фига ты. А по-плохому если? Штук 70. Оу, май. Типа... Зачем тебе столько? Хочу паладина вспомнить, как мы там сундучки собрали. Слушайте. Честно. Это же хорошо, осталось только гнездо сделать. Какое гнездо? В амулете от защиты тайной магии. Кузьмич, Кар собрался гнездо ведь. Ну, курлык. Вот именно что курлык. С вами играет голубь, Ахтунг. Раз, два, три, четыре, пять. Я предлагаю этому голубю залепить намертво сральник. Чтобы у него голова слетела. В итоге. Нет, чтобы отомстить за ему за весь его рот. Они заебали срать мне на машину. Меня не заебали. Представляю эту картину. Выходит Шурик с утра во двор, а там Кар над его машиной сидит, блин. Бля, надеюсь, нет. Жесть. Это будет страшно. Это очень страшно.
Есть так по городу сверху шлепс из машины сверху Карн курл и улетает. Понятно. И ты понимаешь, что больше курить ты не будешь. Никогда. И ничего. Так, легендарная двуручка. Так, ну что, выходим что ли тогда? Сейчас, минуточку. Я тут все ненужное разберу. О! Ну, если там мы еще посмотрим комедию. А, сейчас подождите, я разберусь. Чего? Во. Первозданные. У меня сегодня выпало. Сейчас покажу, что. Во. О. А такие тоже бывают зеленые. 19 вот это. Да, это зеленый первозданный, конечно. Прикольно. Да они уж не видели, еще что-нибудь. Нет, не надо. Че это? Оно древнее. Возьми, посмотри. А что это за хрень? А я не взял. Шурик, ты что взял? На ловкость я взял, да, нет, хрень, спасибо за кузнечный смотри. Что это, глянь тут хоть. А, это у меня есть. Его даже разобрать нельзя, к слову сказать. Можно. Нет. Он не разбирается. Он разбирается. О, он не разбирается, он в этом, в кубе Каная не определяется. Да. Вот, угу. Я про это имел в виду. А у меня сейчас, кстати, есть 4 первозданки. Ну, 5 считай это. Сферу заклинательницы. Mm-hmm. У меня ни одной. У меня тоже что-то вроде. Ну, что-то так же. Получается. Ни одного. Ну, это тебе за прошлые разы месть, когда ты бегал и рассказывал всем, сколько у тебя первозданок. Mm-hmm. Нет, просто 75 портал еще не закрыл. Ребят. Сет Натальи. Оцените. Сейчас. Сейчас я его это. Вот весь. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь шмоток. Вот весь выложил. Одна шмотка обычная, остальная древняя или первозданная. Ну, отлично. Эх, а у меня только одни тапочки древние. Но он беспонтовый. Сет Натальи. Шести фалемски закроем. То же самое получим. А. Сундуки Кузьмичу надо. Мне-то эти нужны, как их. Ингры. Да. А, стоп, дайте-ка я сейчас в кубе Канай закрою эту задачу. С этого же в симулянском портале загадаются. Не, не эти-то как колдейские руны, халхандарские руны и вся эта хрень. Так, легендарный предмет, перековать легендарный. Ингредиенты, за которые ты разбираешь барахло. Да, да, да. Ну, я и говорю с простого. За нефалимские не дают их. Ты что, не дают? Не за нефалимские, когда ты проходишь, босс убиваешь, там дофига тоже можно поднимать. Там не дают этих ингредиентов. Они как только сундуков. Я фармил их. Кхарн. Сам член. Поручение. Вот есть клак отдельно. Поручение. Хандарская руна, колдейская ночница и так далее. Они только сундуков. А-а-а. Только за поручение. Ну да, ну. Не психуйка. Сами психуйка. Что обзывается хуйкой. Думаю, психуйка. Это сработает. Вот вам. О, забыл, плюс одна вкладка тайника. Грац. Да. Правда, это все закрыл сезон, да? Правда... Нет, ему еще хранитель остался. Правда, я перековал свой легенда древний шлем в обычный. Бред какой-то. Ладно, он мне все равно был не нужен.